далеко-далеко в горах жил старый-старый аксакал. И вот однажды он уже собрался отойти в мир иной, и вдруг поднялся сильный ветер и принес откуда-то газету. Он уже хотел умирать, и вдруг в газете написано, что в соседнем ауле, оказывается, живет аксакал, которому исполнилось 120 лет. Нашему аксакалу стало обидно, он говорит, как это, мне только 119, я должен прожить больше, чем этот аксакал. Так давайте выпьем за то, чтобы Почта России всегда приносила корреспонденцию вовремя. Корреспонденция вовремя – это вообще замечательный продукт. Давай.